Уже давно доказано, что максимально полное насыщение организма кислородом помогает избавиться от лишнего веса и справиться с некоторыми заболеваниями. Самой известной методикой, разработанной в нашей стране, стала дыхательная гимнастика Александры Стрельниковой. В Развилковской библиотеке занятия по данной системе проводит Вера Масцевая. В свои 80, Вера Васильевна полна энергии и жизненных сил. Она уже много лет занимается восточными практиками, а также преподает хатху-йогу в досуговых центрах поселка. В системе Стрельниковой очень задействованы все группы мышц. Я рассказала им, как нужно делать дыхание, чтобы улучшить сердечную деятельность. Предположим, вот этот неглубокий вдох, выдох через трубочку губ, задержка дыхания 3 секунды. Это вот любому пожилому человеку помогает не только там сердце отрегулировать, да, работу сердечную деятельность, но и дыхание, и снижает или повышает давление, то есть регулирует давление это дыхание. Мы с темпом, мы привыкли, как дыхание, и так что нам очень-очень нравится и помогает нашему здоровью. Гимнастику на дыхание мы делаем почти каждый вторник, благодаря вот Вере Ивановне, Вере Васильевне. Она нас поднимает, и мы делаем зарядку эту. Клуб для жителей пожилого возраста в поселке Развилка работает не первый год. Помимо развлекательных мероприятий, особое внимание уделяется лечебной физкультуре, подвижным играм и беседам о здоровом образе жизни. Мы считаем, что очень актуально для людей пожилого возраста думать о своем здоровье. И сегодня мы будем говорить именно о движении. Ведь движение – это жизнь. И наша тема посвящена тому, что в любом возрасте нужно больше двигаться. В рамках программы «Активное долголетие» у нас очень много мероприятий для граждан, для жителей пожилого возраста. Мы выезжаем на экскурсии, и вообще у нас проходят интересные занятия по прикладному творчеству, мастер-классы различные и праздники мы проводим. Сотрудники библиотеки стараются как можно интереснее разнообразить досуг пожилых людей. Конкурсные программы, спортивные соревнования, познавательные экскурсии. Нина Баканова не пропускает ни одного мероприятия, даже сегодня, в свой день рождения. Вместе мы здесь и поем, и кроссворды разгадываем, и книги читаем. Ну, очень нравится мне здесь. Творческие мастер-классы, где раскрываются новые таланты и возможности, литературные вечера и концерты. Но особой популярностью пользуются вот такие встречи в кругу друзей, где можно не только получить полезную информацию, поучаствовать в интеллектуальных играх, но и просто пообщаться. Сейчас будет очень сложная загадка, что увеличивается и никогда не уменьшается. Подумайте. Вес. Все. Вес увеличивается. Возраст не уменьшается. Возраст увеличивается и никогда не уменьшается. Молодцы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.